Все последние дни я только и слышу, что апрель у нас какой-то холодный, но синоптики уверены в обратном. Сейчас температура у нас выше нормы. И вообще я уверен, что температура не главный показатель. Завтрашний день отличный пример. Сами посмотрите, ночью плюс 5, днем плюс 16. У метеозависимых как минимум голова разболится точно. Но при этом ветер с порывами до 20 метров в секунду. На улице находиться при таком ветре просто невыносимо. Так что толка от плюс 16 вообще никакого. Всем хорошей погоды!